Добрый день, меня зовут Никитин Николай Владимирович. Я обратился в фирму «Землечист», чтобы сделать газон. Все было блестяще организовано, приехали вовремя, все сделали, все за собой убрали. Значит, если где чего оставалось, все, значит, было поле-то зачищено. И это. Поэтому я благодарен, во-первых, руководству фирмы «Землечист», во-вторых, я особенно благодарен прорабу фирмы Степанову Сергею Владимировичу. Спасибо вам большое, и я думаю, что я еще раз к вам обращусь, когда у меня уже станет задача благоустройства следующей части моего участка.